В режиме самоизоляции продолжают находиться и тюменские пенсионеры. Для старшего поколения в областной столице работает горячая линия. Туда можно обратиться с просьбой купить продукты или лекарства. Несмотря на то, что на помощь пришли почти 200 волонтеров, добровольцев не хватает. Количество звонков растет каждый день. Специалисты обработали уже более 300 обращений. Наш телеканал решил внести свой вклад на подмогу в колл-центр. Отправилась моя коллега Александра Орлова. Вот что она рассказывает. С 10 часов утра волонтерский штаб помощи начал свою работу. И она кипит с первых минут. За сутки этим ребятам придется обработать десятки, а то и сотни заявок. Например, только вчера их в штаб поступило 117. Хочу отметить, что добровольцы знают все о мерах безопасности и предосторожности. У них есть специальный инструктаж вот на такой замечательной доске. Можете его увидеть. На приложениях они отчитываются за каждое выполненное действие. Например, помыть руки с последующей обработкой антисептическим средством, ну и так далее. Друзья, это документ, он никуда не исчезает, он остается в штабе и за него отчитываются. Хочу сказать, что тюменцы правда благодарны. Тюменцы, как и волонтеры, неравнодушны. И с каждым днем поступает все больше и больше заявок от одних и тех же людей. И появляются новые, действительно удивительные и трогательные истории. Но я хочу напомнить тюменцам о возможных рисках. Волонтеры не ходят по квартирам и не навязывают свои услуги. Они отвечают на ваши заявки, которые вы можете оставить по номеру 8 800 234 11. Это, во-первых, а во-вторых, узнать волонтеров очень просто. У них будет соответствующая экипировка и вот такие вот бейджики, на которых написано «волонтер». Кстати, присоединиться к работе штаба может каждый. Если нет возможности присоединиться к этой работе на прямую, вы можете помочь тому, кто рядом дистанционно. Существует приложение ОНФ «Помощь», в котором каждый может оставить заявку и рассказать, например, о своих пожилых соседях, которые не выходят, но им очень нужна помощь. У меня на этом все.